Да, друзья, сейчас только что над головой что-то сильно бахнуло. Под рубальным костром день догорает. Без раздумий смерть нас выбирает. Понял я, спорить с ней бесполезно. Мы стоим на краю черной бездны. Откровением снов, разрушением основ. Ты услышать готов принять зов. Этот крик пустоты убивает мечты. Наш наступит черед. Слышишь, Припять зовет. Всех нас Припять зовет. Проиграет. Досылает патрон и стреляет. Он уйдет и уже не вернется. На осколки душа разобьется. Откровением снов, разрушением основ. Ты услышать готов Припять зов. Этот крик пустоты убивает мечты. Наш наступит черед. Слышишь, Припять зовет. Всех нас Припять зовет. Обреченным спастись не дано. Медленно, наверное, время иссякает. Утешение только одно. Сталкеров без очереди край пропускают. Обреченным спастись не дано. Медленно, наверное, время истекает. Утешение только одно. Сталкеров без очереди рай пропускают. Откровением снов, разрушением основ. Ты услышать готов Припять зов. Этот крик пустоты убивает мечты. Наш наступит черед. Слышишь, Припять зовет. Всех нас Припять зовет. Это Припять зовет. Внимание, уважаемые товарищи! Городской совет сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти провести временную эвакуацию жителей города. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14.00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы,
необходимые вещи, а также на первую.